9 сентября в Даугавпилсе произошло символичное событие – доставка ретро-трамвая Рижского вагоностроительного завода в инженерный арсенал Даугавпилсской крепости, где продолжается создание центра техники и индустриального дизайна. Эта сложная транспортировка была успешно проведена с использованием двух подъемных кранов и длинного тягача. Данный объект стал первым, пожалуй, самым крупным экспонатом, который будет экспонироваться на территории будущего музея. Это первый экспонат, который к нам в крепость, в инженерный арсенал доставляется, потому что первый именно сам экспонат – это был паровой котел, который вы все видели, а это РВР-вагон Рижского вагоностроительного завода. И да, действительно, он будет установлен на рельсах, которые были заложены в проекте, и планируется его немножко облагородить, то есть чтобы посетители могли бы увидеть его изнутри, возможно, с фотографиями, с видеороликами. Установка ретро-трамвая позволяет продолжить работу по созданию внутреннего двора инженерного арсенала и реализацию других задач. Ввиду новых обнаруженных элементов комплекса, в том числе тех, что требуют укрепления и ремонта, строительные работы будут продлены, однако в остальном они ведутся по графику. Почти завершен фасад на улице Императора, с которого недавно была снята строительная сетка. Продолжаются и активные внутренние работы, включая установку перегородок, лифтов и отопительной системы. Строительные работы у нас продлены до 1 декабря на данный момент, потому что действительно во время строительных работ открылись новые какие-то до сих пор неизвестные элементы. Это и подземные конструкции, фундаменты для пристройки, это и плохое состояние некоторых сводов, которые надо перекладывать полностью, что не было предусмотрено в проекте. Также мы работаем над уже внутренней экспозицией. В ближайшее время будет объявлена закупка на приобретение мебели и информационно-технологичного оборудования для самой выставки. Всего в Центре техники и индустриального дизайна запланировано создание 4 выставочных секторов, которые будут посвящены Даугавпилсской крепости, истории городских промышленных предприятий, транспорту советских времен, мотоциклам и соревновательной технике. Налажен хороший диалог с коллекционерами машин, а также Рижским мотор-музеем. При этом, если у частного лица или организации есть желание предложить свои объекты на экспозицию, то связаться по этому поводу можно по телефону или через электронную почту. Ориентировочное открытие инженерного арсенала прогнозируется на конец весны, лето 2022 года, то есть примерно через полгода после сдачи комплекса в эксплуатацию. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсского самоуправления.